это большое такое мероприятие, большое количество участников, тренеров. Вот, конечно, тяжело проводить и организаторам, но тем не менее все проходит очень хорошо. Значит, вот этот манеж, который уже принимает не одно соревнование. Я помню, что здесь у нас как раз проходило первенство Европы 19-22, где наша команда успешно выступила. Вот, с тех пор эта арена принимает очень много международных соревнований. Первенство России по юношам проходило в свое время. То есть, в принципе, зал очень комфортный. Бои проходят на двух рингах. Все достаточно удобно для зоны разминки. Все удобно. Здесь собралась вся элита российского бокса 17-18. И мы делаем отбор, который будет в дальнейшем готовиться к первенству мира, который пройдет у нас в конце этого года. В конце октября, начало ноября. Ну, бои очень интересные, захватывающие. И получается так, что раньше у нас было так. Ближе к полуфиналу, к финалу бои классные. А сейчас даже в первых боях, там, вторые, третьи, все бои захватывающие.